эмоции самые, что ни на есть настоящие, большая ответственность и большая радость. Есть элементы папы. На самом деле, по поводу имени были диспуты, и причем очень серьезные, в которых участвовало очень много народу. И мы спорили, выбирали очень долго. Но это имя появилось само по себе буквально за 2 недели. Я так понимаю, что она сама его просто выбрала и уже пришла к консенсусу со мной и со всеми окружающими. Папа, дедушка и муж проиграли в своем варианте имени. Не дали реализовать свою возможность. Мы реализуем их на сыне. Что вас теперь ждет? Бессонные ночи. Много новой информации о том, как растут дети, как воспитывают их. И большая радость, самое главное.